Новый год уже близко, а это значит, что и забот становится больше. Какое платье надеть? Что подарить любимому? Где встретить праздник и чем удивить гостей? Во всем этом может помочь только одно – правильный совет. А мы для вас подобрали их немало. Здравствуйте, в эфире предновогодний выпуск программы «100 советов», в котором я, Екатерина Рожкова, поделюсь с вами только полезными и нужными рекомендациями. Лето давно прошло, но в отпуск амурчане ездить не перестали. Напротив, с приближением Нового года появилось много заманчивых предложений от туроператоров, которые помогут даже самые холодные дни провести у моря. А что делать, если у вашего загранпаспорта вышел срок действия или его вовсе нет? Быстро, удобно, а главное, без больших очередей, решить проблемы поможет многофункциональный портал госуслуги.ру. Получить нужные документы, не выходя из дома. К такому многие уже привыкли. Ведь оформить и поменять гражданский или заграничный паспорт можно на портале госуслуг практически в один клик. Для этого не нужно стоять в очередях и предоставлять документы в бумажном виде. Достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру и подтвердить свою учетную запись. Подразделением по вопросам миграции предоставляется 5 государственных услуг, которые можно получить в электронном виде. Это получение заграничного паспорта на 10 лет, заграничного паспорта на 5 лет, российский паспорт, регистрация граждан по месту жительства, месту пребывания и приглашение иностранных граждан в Российскую Федерацию и лиц без гражданства. Если у вас не получается зарегистрироваться на портале самостоятельно, можно прийти в любое подразделение по вопросам миграции. Области, специалисты ведомства обязательно помогут каждому. Только в этом году около 36 тысяч заявлений было подано именно в электронном виде. Из них более 3 тысяч на оформление гражданского паспорта. В том числе из-за утери, смены имени или фамилии и достижения возраста 20 и 45 лет. Если человек сдает паспорт на обмен и зарегистрирован по месту жительства в городе Благовещенске или в Благовещенском районе, то оформление паспорта займет 10 дней с момента сдачи, подачи его заявления на портал госуслуг. Если человек зарегистрирован по месту жительства в другом регионе, независимо в Амурской области другой город или где-то за пределами Амурской области, то срок будет 30 дней. Одна из самых востребованных услуг на портале – оформление заграничного паспорта. Это около 20 тысяч поданных заявлений только в 2018-м. Сейчас можно получить два вида этого документа – биометрический на 10 лет и так называемый паспорт старого образца на 5 лет. Если гражданин прописан на территории Амурской области, то паспорт изготавливается в течение одного месяца. Если гражданин прописан за пределами территории Амурской области, то оформление паспорта может занять до 3 месяцев. Но это не всегда является фактом. То есть, если проверочные мероприятия и подтверждения по тому региону придут раньше, паспорт он получит раньше. Заявление на оформление документа можно подать с любого устройства, будь то компьютер или смартфон со специальным приложением госуслуг. Регистрация займет считанные минуты. При этом можно сэкономить не только время, но и деньги. Ведь сейчас на портале действует скидка 30% на оплату госпошлины. Каждому из нас до сих пор живет ребенок, поэтому такой подарок, как действующая модель автомобиля или самолета, понравится многим. А для мужчин это и вовсе мечта детства. Так что настало время исполнения желаний. А вот где найти необходимые детали для мини-копии автомобиля своей мечты, расскажем в следующем сюжете. Первую модель самолета Александр Васильевич собрал 40 лет назад, в 1978 году. Весь процесс проходит за этим столом. Все очень просто. Инструмент, ну половина инструмента у меня самодельного. Вот покажу вам, вот такая пила. Это бритва-спутник, заточенная зубьями. За год Александр Васильевич собирает 5-6 новых моделей и реконструирует одну старую. После 20 лет пластмасса начинает разрушаться, и старые элементы приходится менять на новые, металлические. Часть из них изготавливается вручную. Для этого есть четырехкратный бинокуляр, от 4 до 6 крат. И работаем ювелирно. Я вам покажу сверло специально, которым приходится работать. Одно из сверел. Вот это сверло, как человеческий волос. Большая часть самолетов имеет свою реальную историю. Героическую, рекордную или по-человечески трогательную.
Обычно получается так. Я слышу геройскую историю, или какой-то рекордный перелет, или что-то интересное. Мне становится интересно. И тогда я думаю, это достойный человек, это достойный самолет, чтобы занял место в моей коллекции. Когда Александр Родин только начинал заниматься стендовым моделизмом, большую часть деталей приходилось делать самому. Переплавлять расчески, выпиливать. Теперь, говорит, стало намного проще. Нужные модели он покупает в хобби-центре, а затем уже доводит до совершенства и исторического сходства с выбранным прототипом. Кстати, найти в магазине можно не только авиамодели. Ну, в плане стендовых моделей сборных, в принципе, у нас представлены все основные направления, то есть это и бронетехника, и ФОД, и гражданские автомобили современные. То есть на любой вкус и цвет можно что-то подобрать. Если вы только планируете начать заниматься моделизмом, лучше взять несколько разных простых моделей. Так вы сможете определиться, что вам нравится больше всего. Кстати, такой набор – отличный подарок ребенку от 10 лет. Во-первых, такое занятие помогает в развитии моторики. Во-вторых, ну, обычно после сборки модели начинают интересоваться историей, то есть где она выпускалась, где, как применялась. То есть обычно все это сопровождается потом и чтением литературы. Не забудьте и про необходимый минимум инструментов для сборки. Потребуется краска для моделей, то есть в зависимости от типа либо бронетехника, либо авиация. То есть краска на одной упаковке хватит на несколько моделей. То есть нет такого, что одна модель, один тюбик. Ну и, конечно же, требуются инструменты какие-то базовые, то есть пинцеты, ножи, наждачки. На сборку самой простой модели уходит от нескольких дней до нескольких недель. В наборе есть все необходимое для сборки, от холстин для парусов до специализированных пинцетов. Однако, чтобы превратить разрозненный набор деталей вот в такой красавец-корабль, даже у опытного моделиста уйдет не менее полугода. Ассортимент постоянно обновляется. С момента появления новинок техники на рынке проходит примерно год до появления их уменьшенных копий в магазине. Кроме сборных моделей, есть радиоуправляемые машины, бронетехника и авиация. Есть и коллекционные модели, так что собрать коллекцию вы можете на свой вкус. И, возможно, это станет увлечением на всю жизнь. Почти каждый из нас частенько мечтает о том, чтобы с понедельника или же с Нового года начать новую жизнь. И многие начинают изменения прежде всего с внешности. Одни делают модные стрижки, другие, стремясь обрести идеальную фигуру, спешат в фитнес-клуб. Садиться на шпагаты, делать перевороты и выполнять десяток других акробатических элементов, при этом не касаясь земли, под силу не только гимнастам и цирковым артистам, но и обычным людям, независимо от уровня физической подготовки. Добиться такого результата можно, практикуя занятия аэр-йогой. Отдыхать вниз головой в позе летучей мыши, а также держать равновесие, помогает специальное приспособление – гамак. Он поднимается примерно на метр от пола и дарит в буквальном смысле ощущение невесомости. Гамаки, если заметили, у нас с ручками. То есть это дополнительные возможности для растяжки, улучшения гибкости, силовые направления можем также делать. О пользе данного направления можно много говорить, так как развиваются все группы мышц. Это также улучшается гибкость, координация движения. Помимо очевидной пользы, просто повисеть в гамаке уже само по себе приятное занятие. По словам Элины Рыбаковой, аэр-йога помогает ей снять напряжение и отвлечься от повседневных забот, почувствовать легкость и даже преодолеть страх высоты. Данные занятия приносят невероятные ощущения, восторг, эмоции, потому что ты немного как будто невесомости, как будто как в космосе каком-то летаешь. Сначала ты немного страх, это когда первый раз, у тебя чувство неуверенности, страха, потому что он кажется, что ты запутаешься там где-то, там в этих петлях, там свалишься, но тебя не бросят, тебе помогут. Оставаться в хорошей физической форме можно и с помощью других популярных фитнес-направлений. Одно из них –
Hot Iron – настоящая реформа для вашего тела. Силовые упражнения с использованием мини-штанги ускоряют обмен веществ в организме, помогут снизить вес, придают рельеф мышцам, а также укрепляют суставы. А вот бояться штанги не стоит. Такие занятия, по словам профессиональных тренеров, подойдут для людей с абсолютно разным уровнем подготовки. Разные направления преследуют различные цели. Есть, допустим, пилатес, йога – это гимнастика для позвоночника. Это растяжение различных групп мышц, вытяжение позвоночника. В наш клуб приходят люди абсолютно любого возраста, вплоть до 65, самой старшей. Совсем недавно мы открыли еще и детское направление. Детский фитнес – это детская аэр-йога. Так что, если вы не знаете, чем порадовать близких в преддверии Нового года, совет один – выбирайте подарок, который принесет пользу не только фигуре, но и душе. Какой же Новый год без подарков? Амурское областное телевидение проводит конкурс. Необходимо прислать свою фотографию в новогоднем костюме. Кстати, конкурс не ограничивается детьми. Взрослые, мы также ждем ваших снимков. Мы объединяем эпохи и предлагаем вспомнить, в каком карнавальном костюме вы читали стих Деду Морозу. До 20 декабря выкладывайте в Инстаграм свои фотографии. Ставьте хэштег «Костюм АОТВ», отмечайте Амурское областное телевидение и получайте подарки. На этом у меня все. Надеюсь, наши советы были вам полезны. Ну а если вы не успели все запомнить или записать, пересмотреть программу вы можете на нашем сайте amurobl.tv или на нашем YouTube-канале. До новых встреч в эфире. Всем пока!